По преданию святой Николай творил чудеса. Ну и, конечно, наша задача поддержать тех людей, которые пытаются здесь, сегодня, на этой земле, творить чудеса для самых маленьких, для самых беззащитных. И понятно, что артисты откликнулись на это. Каждый кто как может, потому что деньги за лоты, которые предоставили артисты, пойдут на приобретение медицинского оборудования. Ну, казалось бы, какое имеет отношение к чуду этот пиджак. Но, тем не менее, он для меня дорог тем, что он был со мной вместе на гастролях, вместе с моим большим другом Колей Караченцем, и в Австралии, и в Новой Зеландии, и в Штатах, и в Израиле. И я в этом пиджаке снимался и снимаюсь в передаче «Золотой гусь». Вот доказательство этого всего. Здесь есть такая, у меня даже визиточка с собой. Вот я вместе с пиджаком ее здесь и оставляю. Называется «Клуб «Золотой гусь». Пожалуйста, тот, кто приобретет этот пиджак, поможет детям, которым сегодня так нужна наша помощь.